Здравствуйте, дорогие друзья! И снова, и опять с вами я, Наталья Гелизудинова. Хочу сделать обзор вот таким томатов. Из года в год я их сажаю сюда, но они без названия. Зову я их Галина, так как дала мне сестра Галя. Но посмотрите, сколько на них томатов. Я их не посынкую. И вот они вот завязываются везде. Ой, оторвала ведь одну помидорку, он уже. Завязываются везде, на всех пасынках, их много. Они вот ранее уже краснеют, и вот даже помидорка лопнула, потому что ее давно надо снимать, ну, с куста. Но я думаю, сниму ролик, тогда я их уже красные буду снимать. Посмотрите, сколько их много. Вот очень много. У меня вот здесь их сколько? 1, 2, 3, 6 кустиков. И на всех столько томатов. Вот на этом кусту покажите. И на всех. Вот посмотрите, сколько на этом. Со всех сторон вот он. И все в томатах. Вот такой он чудесный томат. Без названия. Но я буду всегда его снимать. И на каждом уже кустике есть, конечно, по 1-2 помидорки красненьких. Вот такие вот они вот у меня, томатики без названия. Ну и все. С вами была Наталья Гелизудинова. И мой канал «Делимся опытом взаимно».